В регионе продолжается реализация проекта «10 точек роста». С инициативой спросить общественность о том, как должен развиваться регион, выступил Дмитрий Миронов. Были созданы 12 экспертных групп по разным направлениям. Кроме того, любой желающий мог предложить свои идеи по повышению качества жизни ярославцев. Заявки принимают в отделениях многофункциональных центров, мои документы в общественной палате, а также через сайт правительства на электронную почту. Успеть еще можно до 3 февраля, а сегодня председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко рассказал, самыми активными оказались жители Брейтовского и Угличского района. Наша идея, она действительно получила очень серьезные отклики от общественности, от жителей нашего региона. Более 5000 заявок уже получено на сегодняшний день. Губернатор планирует провести встречи с самыми активными заявителями и с представителями экспертных групп.